Мы приехали в один из приморских городков в графстве Йоркшир по названию Уитби. Очень сильный ветер сегодня. Мы заехали в ресторан морепродуктов, и я заказала себе суп из крабов. Суп был изумительно вкусным, и на второе себе я заказала треску в чесночно-лимонном соусе. Вот тут мы обедали, и вам наш совет, если сюда будете приезжать, приходить, обязательно резервируйте заранее, посмотрите, какая очередь. Если не знаю, где найти Аркадия, то вот он всегда возле бара. По-моему, сами-то вы не знаю. Заехали в какую-то пивоварню. Мы так вот просто шли-шли. Хотели посмотреть на аббатство. Потом Аркадий решил заглянуть в бар. Оказалось, это не бар, а пивоварня. И она действующая, я переспросила, я не верила, что она действующая, но реально действующая. Смотрите, с каким шикарным видом. Написано, что из-за ветра они теперь закрыли. Так-то вообще шикарно. Сейчас еще покажу вид, когда выходишь отсюда, какой открывается вид на море. Обалденный. Thank you.
спускались мы легко, а теперь подниматься в горку. Аркадий, ты счастлив? Да. Совсем... От увиденного я могу в гору подняться. Мы приехали в наш следующий отель. Подустали за день. Сейчас зарегистрируемся, и я вам сделаю полный обзор номера. Ребят, сняла для вас полный обзор номера. Ссылочку на видео оставлю под этим видео. И там еще второй этаж. Иду за Аркадием в бар. Главное не заблудиться. Я с первого раза не сразу сориентировалась, куда мне надо. Вот сюда. Yeah.
Смотрите, что я увидела в баре. И хочу вам заранее показать примерно, какой у нас будет завтрак. Ну, естественно, сниму вам завтра полный обзор. Так, рабочие дни с 7:30 до 9:30. И выходные с 8 до 10. Континентальный или cooked. Ну вот, читайте, смотрите, какой выбор. Вот этот The Benedict мне нравится. Я, наверное, этот завтра закажу. Хотя вот эти Grilled Keepers тоже привлекают. Не, наверное, возьму вот этот с лососем. И... ну и дальше, как всегда, чай, кофе. Если заказывать... 16 фунтов для тех, кто... Нет, 16 per person for non-residents, room only residents. Ага, те, кто не купил заранее завтрак, кто на месте может заказать его за 16 фунтов. Ну, мы уже заказывали номер с завтраком. Поэтому оставайтесь с нами, завтра я вам сниму отдельный завтрак. Посмотрим. Номер классный, надеюсь, завтрак тоже будет вкусненький. Сейчас уже время, сколько у нас время? 10:30. Почти. Да, так что уже пойдем ложиться спать. Устали. Завтра новый день, новые эмоции, новые приключения. Смотрите, я хочу вам показать. Этот отель уже получил премию в этом году. Best Food Offer. Видите? 22-й год. Занял 1-е место. Молодцы. Поздравляем.